Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома. Не ночуешь дома. Привет с далеких планет. Сияние, что благодаря тебе после стольких скитаний обрел свой дом на земле. Снимай одежду и скажи, иди ко мне. Я был зимой на дне, там царствует суета. Я жил как будто во сне, пока не встретил тебя. Я далеко не стэнд, но эти чувства сада меняют меня изнутри. На уровне ДНК, иди сюда. Все, что ты знаешь обо мне, не сплетни. Виновен исключительно я сам. Я никому не пел такие песни. Можешь смело выключить шазам. Я каждый абсолютно свежий. Знай, нужь тебе и дел не в кэше. Уже кричу тебе на всю страну. Я до сих пор не знаю почему. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Целую неделю снова не ночуешь дома. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома. Не ночуешь дома. Не ночуешь дома. И объяснить то, что между нами. Не ночуешь дома. Как ей объяснить? Всем привет, это был небольшой кусочек, предназначены для Инстаграма в первую очередь, но в конце концов я решил залить данный кавер и к себе на канал Хижина Музыканта. В любом случае переходите ко мне в Инстаграм, подписывайтесь, там много будет таких мелких каверов. Уже 10 тысяч человек нас в Инстаграме, и это очень круто. Подписывайтесь обязательно, не забывайте ставить лайки под этим видео, ну и конечно же комментируйте это видео, как вам дуэт с девушкой. И если хотите еще больше дуэтных видосиков, обязательно пишите в комментариях и ставьте лайки. Всем до скорых встреч, пока!